Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами поиграем в новую игру с говорящим Томом. Давайте скорее же посмотрим, какие приключения ожидают нашего героя. Вот это старт, вот это прыжок! Наш Том только что съел рождественский пряник и начал пукать. Может, ему попался какой-то пропавший пряник? А нет, друзья, кажется, так и есть. В этой игре нашему Тому нужно как можно лучше пукнуть. Ведь чем сильнее он пукнет, тем выше подпрыгнет, а значит больше соберет золотых монеток. Эх, жаль, пукающее зелье на исходе, и нам не удалось. Ух ты, наконец-то получилось его подобрать. А теперь наш Том взлетел еще выше. Как же смешно он пукает. Ребята, в этой игре есть маленький секретик. Как же лучше управлять Томом? В общем, лучше ему пукать, когда его попка повернута вниз. Вот так праздничное веселье. По-моему, отличный новогодний конкурс. Ребята, кто из вас уже успел поиграть в такую игру? Напишите циферку 1. Ну а кому она понравилась, пишите цифру 2. Ну а мне показалось, что эта игра очень смешная и прикольная. Эу, Том, ну ты и даешь! Представляете, ребята, наш Том уже смог насобирать более 100 золотых монеток. И у него уже 345 очков! Еще баночка с зеленым зельем для лучшего пука. Просто отлично! Главное вовремя только пукнуть, чтобы не упасть вниз. Вот так чудо-пряник! Какой же у него ветрогонный эффект! Наш Том пукает без передыха. Интересно, у него попа не заболит? А еще наш Том пукает каким-то розовым дымом. Вау, а это что еще такое? Похоже, что наш Том на мгновение оказался в пузыре. Вы такое когда-нибудь видели? Однозначно могу сказать, что такие пряники, Том, лучше не есть, когда идешь в школу. Здорово, еще стрелочка. Ой, как же плохо, что нам попался красный кирпич. Но ничего, он для Тома оказался несерьезной помехой. А еще, ребята, в этой игре, оказывается, есть магнитик. Как же круто, наш Том еще подлетел и подобрал еще парочку магнитов. Теперь золото само к нему липнет. Вот надо же, раньше нам нужно было бегать за золотом, а теперь за ним нужно прыгать. И как же вовремя нам попадаются зеленые заряды для пуканья. Наш Том так распукался, что точно идет на рекорд. Это, по-моему, мега круто. 840 очков. Просто превосходно. По-моему, наш Том заслуживает классного подарка. Только ой-ой-ой, силы у Тома исчезают. Что же делать? Ой, но все-таки согласитесь, классно у Тома получилось попукать и попрыгать. И теперь у него на счету коронные 902 очка. И на этот раз наш Том за праздничным столом съест бобы. Посмотрим, как они подействуют на его пукательную способность. Клево, и сразу же нам попался магнит. Кстати, ребята, а вы заметили, что на этот раз наш Том пукает совершенно по-другому? Видимо, от разных продуктов получается разный пук. Ребята, а вы вот знаете, что лучше всего съесть, чтобы хорошо пукнуть? Если что, поделитесь. В общем, получается какой-то фартовый горох. Вот такой бы зеленый горошек положить в салат оливье. Было бы очень прикольно посмотреть на реакцию гостей. О, наш Томик заработал уже 45 монеток, за которые мы потом сможем купить какой-нибудь новый продукт. Парочку блюд для Тома я уже разблокировала с помощью просмотра рекламки. Так что сегодня нас ожидает много экспериментов. Будем Тома кормить разными продуктами и будем наблюдать за его потрясающей реакцией. Эу, а я уже была подумала, что наш Том не допрыгнет до магнитика. Мне вот стало еще интересно. В этой игре можно играть только Томом или есть и другие игроки? Ой, снова заряд энергии заканчивается. Но ничего, когда наш Том приземлится, он обязательно подкрепится. Но, к сожалению, побить прошлый рекорд нам не удалось. Ну а вы, друзья, о своих достижениях пишите в комментах.
Вот интересно, что же находится под тем красивым колпаком? Так, у Тома есть еще какое-то зеленое зелье, праздничный торт и еще что-то, по-моему, похожее на сиреневый перец. Также у Тома есть еще расписные яйца и цветы. Вот интересно, съел цветочки и пукаешь цветочным ароматом. А еще у нашего Тома есть пицца, вареная кукуруза, красный огненный перец, по-моему, листья салата и гамбургер. Ну, конечно же, все эти продукты не бесплатны. А вот и брусочек розового мыла. Кстати, у нас достаточно монеток для того, чтобы купить хот-дог или яичницу. Ладно, я решила, пусть наш Том съест сковородку жареных яиц. О, вы видите, совсем другой результат. Яйца действуют как надо. Итак, нашему Тому уже удалось насобирать 25 золотых монеток. 30! 33! Я даже считать за ним не успеваю. Только вот срочно нам нужно зарядное зелье. Ой, жаль, что игра на этом окончена. Яйца, конечно же, оказались термоядерными, но не сравнятся по эффекту с пряником. Ну что, нам так и не хватает золотых монеток для того, чтобы купить хот-дог. Поэтому протестируем мыло. Итак, наш Том уже подпрыгнул выше новогодней елки и собирает монетки. Как же все-таки прикольно, на этот раз наш Том пукает мыльными пузырями. И, наверное, аромат очень приятный. Ну же, Том, давай еще чуть-чуть, нам нужно подобрать зелье и магнит. А кстати, ребята, я хотела вас еще спросить, как вам Томатрон? Новое новогоднее красное кресло с унитазом. По-моему, очень удобно. Ну же, Том, только не сдавайся, ведь нам очень нужны монетки. Но, видимо, придется нам их насобирать в другой раз. Как же обидно, нам чуть-чуть не хватает для того, чтобы купить хот-дог. Ладно, на такой случай у нас припасен новый сиреневый коктейльчик. Давайте проверим, как же он действует. Вау! Это что-то странное. Похоже на сиреневые кляксы. Вот Том приколист. Ну а вы, друзья, если не сложно, поддержите нашего шутника лайками. А мне вот еще интересно, есть ли какой-то предел, до которого наш Том может допрыгнуть? Или же это он может делать до бесконечности? И вот что я еще хотела сказать. Конечно же, эта игра не похожа на все предыдущие. И разработчики игры на этот раз меня удивили. В общем, друзья, если вас заинтересовала эта игра и вы хотите видеть ее продолжение, пишите слово «еще». Ведь за сегодня мы точно не сможем продегустировать все продукты. А действия некоторых блюд обещают быть непредсказуемыми и очень-очень прикольными. Упс, не успели оглянуться, как наш Том набрал более 200 баллов. Еще немного волшебного зарядного зелья нашему Тому не помешает. Наш Том так старается, что у него уже искры с глаз. Вау, сколько золота! Ой-ой-ой! Наш Том перекувыркнулся. Иногда им управлять не так уж и легко. Зато теперь у нас достаточно монеток для того, чтобы купить хот-дог. Ну что, наш Том готов? Отправляемся на старт! После нового продукта у нашего Тома получается оставлять разноцветные следы. Таким способом, я думаю, можно разрисовать картину. Воу! Так, делаем сальто, поворот и прыжок. Вот чего только нашему Тому на пути не встречаются. И банки, и кирпичи. Ведь так можно и разбиться. Ну же, не теряйся. Опля, отлично. Но на этот раз удача не на Тома стороне. Так, а сейчас я даже не знаю, чем же Тома накормить. О, класс, у нас достаточно монет для того, чтобы купить мороженое. Сейчас мы с Томом продемонстрируем всю его мощь. Итак, наш Том готовится к ответственному прыжку. И на этот раз наш Том пукает снежинками. Вот она какая морозная свежесть. Наконец-то наш Том выпутался из той ловушки. А вы знаете, мне нравится действие этого мороженого.
Вау, магнит! Только жаль, что мы мимо него перепрыгнули. Ну же, Том, поднатужься и давай еще выше. А вот сейчас наш Том чуть не растерялся. А ведь это его последний на сегодня марафон. И будет ли продолжение, все будет зависеть от вас. А на этом мы с Томом будем прощаться. Всем пока и до новых встреч!